Сегодня мы будем делать новогоднюю елочку из штатива. Если у вас нет елки, но есть штатив, нам понадобится гирлянда, 3 штуки. Нам нужны гирлянды. У меня вот такие в данном случае. Что мы делаем? Закрепляем гирлянду на макушке и обматываем нашу штатив обматываем гирляндой. Если мы хотим сделать плотную елку, богатую такую, то тогда наматываем вот таким вот образом. Если мы хотим сделать высокую елку, тогда можно наматывать пореже. Но она у нас будет тогда прозрачная елка. Далее соединяем и обматываем. Вот таким вот образом. У нас получилась новогодняя елочка. Здесь можно украсить игрушками или повесить гирлянду. Это кому как нравится. Вот такую можно елочку сделать симпатичную, небольшую.